стартовала акция «Георгиевская лента». На улице Кирова раздают георгиевские ленточки и жителям Челябинска, и гостям нашего города. Ну вот и мы. Ведущие программы «Наше утро» решили не отставать. Как можно носить ленту, а как нельзя, знаете? Ну, как-то нужно вот так вот ее носить. Ну, а где именно? Это же как орден, где-то здесь. Все. На груди, ближе к сердцу. Вот здесь есть маленькая памятка, где указано, как лучше носить, а как точно не стоит. Спасибо, спасибо. С наступающим. Спасибо, вас так. Держите. А спасибо. Вы умеете ее правильно повязывать? Да. Да? Скажите, как ее нужно правильно повязать? Сейчас я буду. Вы знаете, у нас есть памятка специальная, в которую вы можете заглянуть и посмотреть, как хорошо, правильно ее повязывать. Спасибо. Но на самом деле вязать можно как спасибо. Угодно. Главное, не на сумке и не на машине. Конечно. С наступающим праздником. Хорошего дня. Девятого мая собираетесь на парад? Да. Да? Отлично. Тогда мы дарим вам сколько? И еще две давайте. Давайте. А также всем ребятишкам. Мы хотели бы дать спасибо вам памятку, как правильно носить георгиевскую ленту. Спасибо. С наступающим вас праздником. Спасибо. Держи георгиевскую ленту. Давида, позови. А сегодня на улице Кирова мы раздавали георгиевские ленты. Буквально за 10 минут не осталось ни одной ленточки, а все по одной причине. Челябинцы помнят, любят и чтут праздник 9 мая. А с вами были ведущие «Наше утро» Павел Савченко и Анна Шамбатал. Носите георгиевские ленточки правильно.